Это молодежный сериал для тех, кто любит музыку. Для нас с вами, ребятки. 99-й год, я посмотрел его первый раз и был приятно. Таки удивлен. Какие актеры? Время по Гринвичу. 99-й. Великобритания. Режиссер Джон Стрекланд. Это дядька подарил. Кстати, у него очень много классных фильмов и сериалов. Обратите внимание. Пуаро, о чем тут говорить? Обязательно. Зрители, в Испании 7,9, в Великобритании 3,3 тысячи. Премьера в мире состоялась 1 октября 99-го, релиз на DVD 21 февраля 2002-го от Videogram. Да, интересный. Два часа фильма удовольствия для тех, кто любит музыку. Для музыкантов именно, да. И... фильм, конечно, поверхностный, попсовый, но тем не менее, в нем показывается все-таки система. Что система и деньги побеждают, как ни крути. Если человек талантливый, у него есть все задатки музыканта, почему бы и нет? Но нету денег, нету связи, ему тяжело прорваться в этом шоу-бизнесе, но тем не менее, хорошо, когда у тебя есть... хороший друг или друзья, которые поддерживают тебя. И все меняется. Стив Джон Шепард, Бен Уотерс, Алек Ньютон, Чивитель Эджиофор. Этот гаврик, ну мы же его знаем по 12 рабства. 2012, он здесь вообще обезбашенный чудик такой. Анджела Рен Смит, Мелани Гудж. Да, тут девки неплохие были, Джорджия Маккинс, Алисия Рей, ух, запала на мне, но постоянно хотела трахаться, да что ж такое. Школьные друзья из Лондона создают группу под названием «Время по Гринвичу». Неплохое название, и пытаются пробиться в индустрии музыки. Но оказывается, что путь к успеху очень непрост и тернист, и не все из них способны выдержать испытания. Но тот, кто сходит с дистанции, легко попадает в сети рок-бизнеса. Мир, где время ложит, может становиться навсегда. Неплохая работа, 8 баллов. Смотрится, конечно же, легко, местами непросто, но ребята могут. Они способны на что-то интересное. И завораживающее. GMT, Greenwich Mean Time. Время по Гринвичу, мы были в 99-м. Мы были в прошлом. Приятно смотреть в историю, приятно смотреть те фильмы, которые еще не смотрел. Ставьте лайки, дизлайки, подписки, друзья. Яндексен обязателен. Hello Night не пропускайте. Время в угогах. И... Welcome back!